Привет, друзья! С вами Иван. С вами позапрошлым видео я обещал продолжить рассказ о байкпакинге. Вернее, о той части, которая находится у меня под седлом. То есть это лайтовый багажник PDW, Portal Design Works, и первый мешок, который находится на нем от производителя Revelay Design. Два разных производителя, но подходят друг другу как кай для герды, поэтому о них, как о едином целом, я сегодня буду рассказывать. Перед тем, как я начал собирать свой туринговый байк, появилась вот эта вот картинка. Вернее, картинка очень похожа на эту. Мне ее прислала в интернете жена, и для того, чтобы порадовать меня чисто с эстетической точки зрения. Вот. И я подумал, что вот именно такой багажник должен быть у меня. Теперь о конструкции самого багажника PDW. Он выглядит как рамка с грузовой площадкой съемной. Видите, здесь площадку можно так вот снять. На ней, на этой площадке, пришиты три ремня. Три ремня для фиксации содержимого и для фиксации этого багажника на рамке вашего седла. Эта рамка седла выдержит очень большой груз, вы на нем концов сидите. Там может любой пончик усесться, и седло должно выдержать эти нагрузки. Вот. Не говоря уже о том маленьком багажничке, который у вас там висит. Вот. Рекомендованная нагрузка этого багажника 5 килограммов. Вот. Значит, два ремня спереди и сзади идут за эту рамку. Вот. Спереди и сзади за эту рамку. А задний фиксирует содержимое багажника сверху. То есть, может быть, просто свернутая какая-то куртка, либо это может быть палатка, любой предмет, даже жесткий тип фляжки, может фиксировать на этом багажнике. Вот. Он не выдерживает сам по себе никаких нагрузок, он просто провалится, если вы его нагрузите без этих ремней, то есть до самого седла. Он, видите, закреплен на шарнире, а шарнир закреплен на хомуте, который крепится вокруг подседельного штыря. Вот. Просто эта рамка сделана для того, чтобы содержимое багажника не раскачивалось из стороны в сторону во время педалирования. Вот. И вот эти вот дужки удерживают его в таком стационарном положении. Вот как-то так. Рамка весит 350 граммов, вернее, багажник весит 350 граммов в сравнении с консольным багажником, который весит там больше полкило. Ну, это более выгодное такое предложение с точки зрения развесовки. Лишние граммы на себе таскать неохота. Ну и с точки зрения эстетики, опять-таки, он великолепен. Ну, это мое мнение. Так, теперь о мешке Revelay Design. Приходится снимать уроки, к сожалению. Кстати, это мое рабочее место, поэтому и урывками. Значит, мешок Revelay Design, гербовый мешок, как видите, абсолютно герметичный, сейчас в нем ничего нет. Но по размерам это 17 литров полезного груза. Я ношу в нем палатку. Вот, кстати, о палатке и вообще о бивачном снаряжении я, наверное, расскажу в следующем видосе. Все виды бивачного снаряжения я обговорю на различные периоды на различные погодные условия. Вот. Значит, продолжаем. Абсолютно герметичный мешок весит всего 160 граммов. В дополнение 350 граммов багажник. Это очень даже небольшой вес получается. То это вес пустого консольного багажника. Значит, гермомешок имеет клапан для того, чтобы можно было отравить лишний воздух. И, соответственно, простую конструкцию запирания. То есть сюда вмещается груз. Вот. И все швы здесь проклеены. Вот. И он имеет, видите, коническую форму для того, чтобы лучше коммутироваться с этим багажником. Ткань мелкий рипсток. Армированная ткань снаружи для прочности и легкости. Вот. И 100% влагонепроницаемая ткань внутри. Вот. То есть этот мешок предохраняет наше снаряжение от того, чтобы оно рассыпалось по багажнику, и от того, чтобы оно намокало и пачкалось. То есть этот мешок будет постоянно в грязи, но он хорошо, очень хорошо отмывается. Вот. Значит, Revelay Design, гермомешок, 17 литров объем. В таком
наборе это отличное решение. Вот. Ну, в принципе, вкратце, я надеюсь, все осветил. Конструкция простая, надежная, эстетически приятная. Лично мне нравится. Всем пока.